Всем привет! В этом видео мы рассмотрим модель RAV 22038 Латвия из российской журнальной серии «Автолегенды СССР». Данная модель шла под выпуском 74. Я ждал такой автобус, потому что в моей коллекции Латвия была только в одном экземпляре. Это более ранний кузов. И благодаря вот этой журнальной серии у меня появилась возможность в своей коллекции иметь вот такую вот разновидность данной модели. В целом модель, я считаю, удачной. Модель имеет отдельные передние фары из прозрачного пластика, отдельная решетка радиатора. На решетке радиатора краской обозначены габаритные огни. Модель имеет отдельный передний бампер. Он сделан из черного неокрашенного пластика, и сверху нанесена серебристой краской имитация металлического молдинга. В целом также смотрится хорошо. Модель имеет габаритные огни, нанесенные краской. Они отлиты вместе с кузовом. Отдельные зеркала заднего вида, отдельные дворники. При покупке обращайте внимание, чтобы на вашей модели дворники были аккуратно установлены. На моей модели водительский дворник не до конца закреплен в кузове, поэтому он портит немного вид. Модель имеет черные неокрашенные колесные диски, они обуты в резиновую покрышку. Чтобы улучшить восприятие модели, советую вам раскрасить их в белый цвет. Модель сразу станет немного веселее. На своей модели я не стал пока что раскрашивать. Отдельные задние фары. Они сделаны из красного прозрачного пластика. Не раскрашены. Отдельный задний бампер. Крепление для номерного знака. Модель изготовлена из металла. Изготовлена в белом цвете. И по борту имеется синяя полоса. В принципе, традиционный цвет для данного автобуса. Модель имеет черный неокрашенный салон. Стекла у модели изготовлены поднятыми. У других моделей они опущены. На данной модели производитель решил не делать такой вариант. Простое днище, как у всех моделей для гостини, имеется крепежный винт. Опять же, если вы хотите разобрать модель, вам надо вынуть задний номерной знак. Отдельная задняя часть выхлопной системы. Имеется на колесах протектор. Модель довольно легкая, несмотря на то, что это автобус. И спасибо за внимание. Это был видеообзор модели Латвия. И подписывайтесь на мой канал.